Всем приветики, меня зовут Саша, продолжаем игру «Не жрать, пожрать или не пожрамши», в которой мы играем на выживание, строим, ищем и так далее. Наш чувак, который здесь с топориком бегает, он разжигает костерчики. Иногда мы кочуем, у нас появился шкаф, в котором мы храним семена, в котором можно жрать что-то. Вот нога. В принципе, давайте ее сожрем. Ягоды сожрем. И еще цветы сожрем. Так, давай еще дожмем цветы. А, там у меня хранятся разные вещи. О, лягуха. Атакуем. Так, давай. Да ё-моё. Все, нас убили. Нас убили два. Что? Я умер. Я выжил. Второй уровень. Я превратился в кого? В лягушку? Ничего не понял. В девочку. По-моему, нам открылся то, что мы можем играть за девочку. Но мы стали лягушкой. Превратились в лягушку. Так что? Что-то не поняла. Сейчас увидим. Посмотрим, что у нас поменялось, собственно говоря. То ли мы стали лягушкой, то ли стали девочкой. Опять первый день. А я не сохранилась, да, с третьего дня. То есть мы потеряли наш сундук. Я не понимаю, как это работает. Почему первый день, когда мы совсем умираем? Давайте что? Я не знаю. Я вообще не понимаю. Тут сохранить и выйти. Но сохранять и выйти я не хочу. Это естественно. Я просто выйду и зайду заново. И мы начнем со второго дня. У нас не будет шкафчика. Очень жаль. Почему я шкафчик не сохранила? Я собиралась. Блин, забыла. Ладно, подождем. Понимаете, да? Что с сохранением происходит? Я лично не понимаю. Может быть, сохранять вообще каждый день не сохранять? После этой лягушки что-то произошло страшное, и никаких сохранений нет вообще. Лишний очень. Лучше бы тебе найти что-нибудь пожрать, пока ночь не пришла. Я нашла. Улетела. Вот я сожру. Цветы они мало дают, семена в принципе дают нормально. Давайте посмотрим на карту. А. Карта. Мало. Крафт. Down trees, паруи, одна ветка, один камень, отлично. Начнем с малого. С одной ветки, одного камня. Я не понимаю, в чем дело, что происходит, что за лягушка. Я ее атаковала, она атаковала меня, и потом их стало две, потом показали, что я превратилась в лягушку тоже, то ли в девочку, то ли еще в кого. Нам нужны ветки для огня будет. И ветки. Сколько? А, трава 5 или 3. Уходи. Ладно, трава и камень нам нужны. Много травы. И камни. Камни с этим беда. С камнями беда. Траву вижу. Камень, в принципе, нам должны дать, но что первый день, по идее. Первый день должны дать камень. В ближайшем будущем. Вот сейчас узнаем, 3 или 5 минут. Вроде это тройка, да? Да. Все, значит. Одно бревно, но нам нужен камень для топора. Это беда.
товарищи, потому что темнеет, я вижу тропинку. Кстати, это та тропинка, по-моему. А, нет, это темно. Хотя... Ой-ей, здесь камней может есть, может нет, но это пустыня. Здесь есть говняхи, это точно. А если камни... О, вижу. Они такие бывают незаметные. И как нам с другой стороны, они базят и очень активны. Так, давайте сейчас быстренько нарублю дров, сделаю, приготовлюсь ко сну, как говорится, и вернусь. Сейчас, 5 секунд. Момента. Смотрите, что нашла, золото нашла, золото нашла. Да собирай уже, пока рубила деревья. Только мне нужно быстрее вернуться к моему костру. Не успел, козел. А такое. Я атаковала? Собака. Почему второй уровень 0 дней? Я ничего не понимаю, ретрай. Вот так вот найдешь что-нибудь новенькое. Я нашла золото. Извините за долбёжку, но тут мышки нет. Где чё, а? Всё сначала, я не понимаю. Ой, какая-то пчелка вылетела. Я честно не понимаю. Я делаю все. Что надо? Камни. О, вот он. О, домик. Я хочу домик. Он будет меня атаковать? Держись подальше. Нет, это мой домик. Мне срочно нужно... Сожрал. Так. Я хочу там жить. Пока он один, мне нужно... Соорудить оружие. Его прогнать. Камень нужен мне. Камень и вот такую штуку. Все, теперь я могу делать топор. И идти к этому. Я его атакую и заберу дом. А это что? Семена мне нужны. Кольцо. Цветы зла. Ну все, соберем, не переживайте. Всякие цветы зла. Семена. Так, где этот пиковый дом? Золото нам надо. Да ё-моё. На самом деле, скоро будет темно. Да, я вижу, вижу. Но золото так редко попадается. Боже. Спасибо. У нас, по-моему, нет вот этого. Нам нужно срочно рубить.
хватает для костра, по-моему. Сколько я помню. Сейчас посмотрим, хватает ли нам. А, все хватает. Вот здесь построим, чтобы собирать золото. Я нашла золотую жилу. Дождик откуда-то капает. Интересно, а дождик можно собирать? А, нужен нам дождь. А может, для мозга нужна была вода? Он как бы пьет, но не ест. Это. Не бесполезно. Что-то там, то-то там. Хорошо. Еще золото возьмем. Надо рубить нам срочно дров. Давай. Немножко постучу, потому что надо. Чуваки, надо. Так, дрова бросаем. Бросаем. Пока есть, ничего не будем, пока пособираем. Тут у нас был золотой рудник. Родник или что там. Запись идет. Запись идет. В принципе, не успела. Нам нужна еще бревно. Бревна нам нужны всегда. И где же наш внучок? Нам бы он сейчас понадобился весьма. Пока горит свет, походим вокруг. Ой, я что-то нашла. А можно атаковать их ночью? Ой, сколько добра потерял. Сколько добра потерял. Не жаль. А золото было найдено, золото было найдено. Я думала, если атаковать, ну, получится что-нибудь. Но, видимо, нет, видимо, нет. Ну что? Немножечко, дебилочек. Сейчас чуть-чуть зебодрину. Ладно, зато мы знаем, где это находится. А это находится уже веселее. Почему? Потому что нет какой-то привязанности к месту. Нет, собственно говоря, опасности, что что-то не произойдет. Нам что-то все равно дадут. Где-то что-то появится. В принципе, можно считать, что это не первый день, а какой-то другой день. Шестой, седьмой. Просто мы потеряли что-то. Что-то у нас украли. Что-то у нас стухло, что-то повяло. Что-то как-то где-то почему-то случилось. Поэтому мы продолжаем. Каждый день, вот как голуби, они встают, собственно, с утра и идут добывать себе пищу. Так и мы, как голуби. Каждый раз все заново. Новый день. Пока у нас нет дома, хотя мы видели у порося какой-то домик, я хотела его забрать, отжать, но почему-то он не захотел. Стоит ли нам так много собирать? Наверное, нет. Но пока я не вижу ни золота, ни камней, ничего. Хотя уже темнеет. Нам нужен камень. Срочно. Срочно нужен камень. Где-то здесь, да, у нас вот было. А тут все по-разному респавнится. Поэтому. Камень я вижу. Мы можем уже делать, собственно. Вот здесь было золото. Теперь здесь только ягоды. Да собирай. Чушь там. Камни сюда понадобятся. Надо камни собирать. Камни нужны, потому что топор кончается.
Морковка тоже ничего. Вот здесь в лесу мы сделаем наш fireplace. Здесь хороший лес. У нас, по-моему, все есть. Для этого. Сейчас быстренько сделаем наше fireplace. Пока нарубим пока. Пока светло, нарубим дров. Зачем тратить, собственно говоря, дрова, если пока светло. Можем ли мы убить? Вот он бежит, пусть бежит. Ну и пошел. Они ночью прячутся, все понятно. Все я поняла, ночью прячутся грибочки. А я думаю, что это такое? Ладно, костер пора делать. Ладно, все уж там. О! Да, он вырастет снова. Камни нам нужны обязательно, пока свет уберем. Семена тоже, потому что они очень сытные. Они очень сытные. И бегом-бегом наш лагерь. Пока не стух наш огонь. Так, я не то подбросила. Я шишку подбросила, шишки мало. Все, можно рубить дальше. Вот такая громкая у меня штука. Уж извините. На скорости минут. Мне нужно собрать все, что можно съедобного и полезного в округе. А это очень полезные вещи. Так, подбросим еще одну дровишку. Это как выживание, это типа фореста. Все время рубишь, все время ищешь еду, все время кушаешь, все время что-то делаешь. Все время собираешь, все время, но на тебя еще нападают какие-то монстры, собственно говоря. Тут уж ничего не поделать с этим. С этим ничего не поделаешь. Надо выживать. Так просто быстрее, чем в тихо делиться. Так намного быстрее. Вот втих и он. Где-то одно бревно потерялось. Ну ладно. Пойдем еще порубим. Срочно бежим. Еще добавляем. И дальше.
Вряд ли мы здесь останемся, поэтому сегодня ночью мы два с тобой будем рубить дрова и пойдем с полным, так сказать, багажом дров и всего, что рядом растет. А костер нас спасает от лесных ночных жителей, поэтому мы его поддержим на одну ночь. Как только начнет светать, мы его поддерживать не будем и пойдем на поиски свинячьего дома или какого-то там места, на поиски золота и других пропитательных веществ. Нам, главное, нужны еще камни. Камни нам нужны для того, чтобы... У нас скоро закончится топор. Вот в чем дело. Топор скоро кончится, поэтому нам надо бы какую-нибудь маленькую. Маленькую елочку. Ну, давай вот эту. Отлично, хватило. Так, мы отсюда уйдем. Поэтому нам нужно камень. Нам нужен камень, мы можем спокойно пожрать морковки, ягод и цветов. Что-то цветы просто ест и впустую. Ладно. Мы уходим. Мы отсюда уходим. Нам нужны камень. Нам нужен камень. Нам нужны семена, в принципе. Золото можно собирать. Можем ли мы собрать новое оружие? Да. Кирку можем сделать. Больше ничего не можем. Зачем нам кирка? Если... Так, все, я поняла. Зачем нам кирка, если мы не умеем ею, собственно говоря, управлять? Я так и не понял. Но мы знаем, что у нас есть противники не только ночные, плохие эти самые призраки. А что-то еще я могу построить? Ну-ка. Ловушка от кого-то. Выживание. Ловушка какая-то. Много травы у меня есть. Давай ловушку построим. Пусть будет огонь у нас, может быть. Камней каких-то. Торч. Давай сейчас палок наделаем. И сделаем торч. Ой, я могла поймать. Но не поймала. Это чтобы ночью ходить и без костра. То есть костер не делать, а просто ходить ночью с этим самым. С палкой, с огневом. Это очень полезно. Могу ли я? Ну-ка. Не хочет он что делать. Давайте сохраним вот здесь, потому что сколько можно уже с первого дня начать. Столько сборов сделали. Вот. Теперь play, окей. Вот первый, второй день. Continue. Первый, второй день. То есть если мы умрем, по идее у нас ничего не должно потеряться. Хотя сколько раз было, все терялось. Так, по-моему, мы можем еще что-то уже построить. Так, посмотрим. Для камер у нас нужно какие-то другие камни. Ловушку мы сделали. А, торч мы можем сделать. Торч. Раз. Можем два сделать. Можем два сделать. Это что, возле костра не быть?
Вот у нас игра. Что возле костра ночью не сидеть, а ходить и гулять. Зачем нам цветы, я так и не очень понимаю. Нам нужно золото, нам нужно то, чего мы еще не видели. Давайте вот так вот там наверху. Нам нужны ветки, часто бывает. То есть мы что-то можем уже построить. Туда мы идем. В одежде там может быть золотые жалюзи. Это нам может понадобиться. Давайте снять чьи-то эти постройки. Куда мы пойдем? Ой, куда мы идем? Так, тут конец. Хорошо. А, нет, не конец. Давайте тут сохраним, потому что, блин, на другой слот, на второй. А может, места не хватает? Я сохраню. Я что, не сохранил? Я вышла, не сохранила? А, нет, сохранилась. Getting Dark, что-то там. А вот, вот тут еще раз. Да фиг с ним. Вот так. Он где-то такой знает. Ничего нет. А, шелк. Смотри-ка. Шелк — это хорошо, наверное. Что-то из шелка, наверное, можно делать потом. Ладно, раз у нас все нормально и запасов до хрена, давайте еще раз сохранимся. О, еще раз сохранимся и продолжим на следующей серии, потому что эта серия вышла нормальная, такая продуктивная. Мы много чего увидели. Паучков, червячков. Собирали все, что можно собирать. Шелк. Много чего добились. Много припасов. В следующей серии продолжим. Все, всем пока, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Обязательно комментируйте. Что понравилось, не понравилось, сообщайте, говорите. Как бы всем буду рада на канале. В описании ссылки на другие прохождения, также плейлист на эту игру. Все, всем до встречи, пока!